Нет, дома-то она у меня приучена, два места. А, она у мамы сейчас. Да, ну я хоть и постелила, я взяла прям грязненькую. Ее пью. Но... Ну, по моему месту, да. Понятно. Ага. Я думаю, ну, что там, сколько, две недели? Ну, я обычно, если кто-то ко мне с животными, я комнаты закрываю, пускай тут в коридоре, но я нас, вытру. Ну, у нас это, ковров там нет. Ну, у меня же тоже здесь-то нет ковров. Хотя в спальне, ну, в спальне не будет. Там есть ковров. Ну, закрывать надо. Нет, закрывать. В спальне-то закрыто. Я просто ее с сестрой оставила, ну, чтобы она не одна из котов и... С котом. Да. С котом был, он с именно, он именно скот. Вот, и с тучкой. Ну, бежать будут, думаю. Я только отвлеклась, такая выхожу из комнаты, кот уже сидит на нее лапой. Уже ну, готов. Что-то, да, да, сейчас да, я да, тебе похарика дам! Только подойди! А такие... Коты, ну, вот агрессоры такие коты бывают вообще. Ну, хищники. Ага, он грязно! У Веры такой Тоша. Он сразу же, он Веру лапает только так. Хозяйку, да, это... жена его кормит. Да, вот этот тоже. А он еще придурок прям. Ну реально, его мама из подъезда спасла, забрала, кто-то выкинул в три месяца. Обогрела. Там, обогрела, значит. Накормила. Он, значит, до года где-то был нормальный, потом... Там носы, тут носы, там на кровать носы. Вот прям начал пакостить. То есть он все ходил нормально, ну, как в комнате. Там мы спали со мной, мы там... Ты посмотри, как что, генетика проснулась. Чуть ли не... Через год. Там, вспомнил! Да, вспомнил. И все. Пакостник. Как подменили, все. Он маму кусает вообще. Вот его не погладить вообще. Знаете, как этот британский? А-а-а. Но он не британский. Так он еще сейчас живет с вами? Да. Давайте я вам транквилизаторов дам. Да нет. Дать? Да не надо. Нет, он это... Вы по 1/8 давайте, он будет тихий-тихий. У да него... нет, он в принципе... Он тихий. Будет мирный, тихий. Он тихий. Просто он как... Я ему по уху могу дать. Ну, то есть он меня, ну, боится укусить. Как бы, ну, я не избиваю его, конечно. Потому что ты сдачи дашь, да? Да. Или укушу в ответ. Да ты что? А мама... У тебя будет... А он ей треть! А он на ее кусает прям, ну, прям по-настоящему. Ты вот посмотри. А кормит, да? Вот. Вот, пожалуйста. Ну что это такое? Безобразие. Скоты вообще. Скоты. Скоты. Скоты, реально скоты. А собачки промутят. Собачки хорошие. Вере говорю, возьми собачку. Она говорит, нет. Собачки не хочу. Люблю котов. Кошатница. Кошатница. Не, я прям собачница конкретно. Она ездила в Париж, к врачу, к стоматологу, все брала их с собой, ведь переноски. Мне, во-первых, не нравится их запах. Котов? Кошачий, да. Вот, особенно вот когда. Ну, они вонючие. Ну, для меня прям... Кошки вонючие? Ну, коты, ну, да вот это вот. Мне прям не нравится. Во-вторых, они вообще не друзья. Прям редкость бывает, когда... Конечно, они... какие друзья? Они нахлебники, да. Бесстыжие. Про... А, как... короли, а ты холоп, кошка. Да, вот. Это туда. Это вот. Да. А собаки просто как собака друг человека. Друзья. Да, это ты правильно говоришь. Вот. Сейчас я вам покажу Нюшу, как они в машине и как Нюша, как она в этом. Нюша кто? Нюша, это кошки. Верочкины кошки. Верочкины кошки. Как она с ними ехала? А, сколько? До Парижа? На машине? Не-не-не, а сколько кошек? Два, Тоша и Нюша. Было больше почему-то. На своей машине? Да, папа за рулем, папа из Москвы прилетел. Нотку, кстати, укачивает машину. Вот она в этих сумках, в переносках. Она просто приоткрыла сумки, и они вышли в машину там. Погулять. Погулять, да. Тоша и Нюша. Такие вот. Это Тоша. Это Тоша. Выходит.
Вот опять же, вальяжный. Если собака пописит в машине, ничего страшного будет. Ну, в смысле, по запаху. А если кот, то все. Машину да, все. Выкидывать, сжигать. Да, все, уже запах не вывести, это точно. Вот. Уксусом вывалить. Это точно. Ну, в машине нужно памперс одевать на кошку. Да? Не, ну, кошки не проверяют. Памперс надевать. Или держать вот в таких вот переносках, чтобы, ну, знаешь, что если он выйдет, он может, кошка может нагадить машине. Угу. Вот именно, понимаете, вот именно нагадить. Вот слово. Так вот, мама тут, опять же, застольная тема, как мама да говорит. Да не говори. Прям вообще, нашли о чем поговорить. Кошки, нагадить. Вот. Тут мама рассказала, 2 месяца он нормально ходил в комнату, в смысле, спал там, с ней находился, а тут вот надо же было, вот на кресле там вещи лежали, он на кресло там нагадил. Залез на фортепиано, там лежали документы, он прям на эту папку. Вот не мог, да, вот в угол там где-нибудь. Он именно вот залез, нагадил вот прям вот. Вот гаденыш. Ну это гад, это вот именно нагадить, это вот прямо от слова гад. Собака разве такое сделает? Нет, собака нет, никогда. Собака нет. Не верю, я на секунду не верю. Другой рот не верю. У бабушки там своя волна. А что, ребенок? Да. Ребенок, то есть возвращается. Как цикл опять же. Твоя скульптура. Снова твои пиши. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Куда-то завернула. И завернули все, куда хотели. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Не помню. Не верно. В тонику все проходит. Да, тоника. Так что самым маленьким бери Островского, а здесь бери. Там еще какая-то есть про животных. Возможно, мне осталось. Можешь мне напомнить? Там просто... Нет, я про животных. Ну а веселая песня. Мы едем, едем, едем далекие края. И веселые соседи, счастливые друзья. Нам весело поется, мы весело живем. А в песенке поется о том, как мы живем. Тра-та-та, тра-та-та. Да, вот тебе на это. Мы не везем с собой корову, которую не выговаривала. Чижика, собаку, кошку, забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая. Вот компания какая. Но она же хорошая песенка. Мы ехали, мы пели, и с песенкой простой. Все вместе, как сумели чудо, приехали домой. Нам солнышко светило, нас вечер обвивал. В пути не скучно было, и каждый напевал. Про ёжика весело. Да, с дырочкой в боку. Обожаю. Да, с ёжиком, с ёжиком, смотри, с дырочкой в боку. Какой еще? Он успевает только. Детский. Правильно? Лови, лови, лови момент. Ну, а для девочки можно, ну, не слышать. Ну, а оранжевая песня, это вообще классика жанра. Вот уже спать 3 дня Золушку, я сижу, рисую, красок много у меня. Выбирай любую, я раскрашу целый свет. Она ведь, между прочим, сложная очень. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни оранжево поют. Вот. Первое знакомство с глиссандо. И крещендо. Вот, про Золушку этот. Хоть поверьте, хоть поверьте. Вчера вот это не рассвет. Для тоненько по голоскам. Я все, опять же, все не забуду, как...
девочка, значит. 5 лет ей, по-моему. Угу. Ну, я всегда с детьми, ну и со взрослыми, мы выбираем вместе, ну, даже с детьми. Вот это ну, что нравится, нравится да. Вот это не нравится, например, ну, не хочу. Ну, например, мне нравится, я иначе помню, как... не будет. В колледже еще когда, на 3-м курсе была, мальчик был тоже классный, на практике. Лет 11, лет 12. Он еще не сломанный голос, тоненький mm-hmm. такой. Я говорю, обожаю вот эту песню, такая ему включаю. А этот, вот она перед вами, коробка с карандашами. Ага. Вот. Он такой, терпеть ее не могу. Я такая, И, короче, ты так старалась, да, так тебе нравится. Да, он прям, терпеть ее не могу, прям закатил глаза. Ну надо же. Ну ладно. И он был не один. И потом появился ребенок. Которому эта песня очень понравилась. Да. Мне она прям очень нравится. Да на каждую песню найдется, и да, исполнители, вот. Любители, и тот, кому понравится она. Вот, и, короче, выбираем, значит, с 5-летней девочкой песню. Я говорю, о, а ты знаешь вот такую песню? Да чего же мы несчастные царевны, пропадают молодые годы. Ее же можно актерски там отыграть, mm-hmm. там, и потопать ножкой, там, mm-hmm. и покричать там, вот, так сказать. Она очень нравится там, mm-hmm. она, как там слова, надо в замуж выходить, ага, пела. В замуж, да. Мы с ней одно или два занятия попели эту песню, а потом мне звонила мама. Это что за замуж? Это что за песня? Ребенку 5 лет. Прям меня отсчитала там, это как, ну, как бы не повелась на это все. Я говорю, хорошо, выбирайте песню, которую с ней будем разучивать. В итоге, короче, не пришли. Ну, закончили уроки со мной. Ну ладно. Как бы ваши проблемы. Там что-то папа психолог, мама тоже какой-то учитель. Я говорю, ну ладно, занимайтесь сами ребенком. Ну, как бы, ну, вы же родители. Они же смотрят эту сказку. Они же смотрят, и царевна там, как бы, тоже не тетенька. Ну как-то то, что как там можно... Что а взрослые... Я слышала эту тему неоднократно, Веронька. А как можно, допустим, преподнести это? Ну что, например? Например, я хочу, ну я ребенок, я хочу мороженое. А родители мне не дают мороженое. Говорят, ешь брокколи. Угу. И вот про брокколи, ну что, я хочу мороженое, что а я не хочу, это брокколи, и так далее. Кушать, да. А я... Там что там? Я чизкейк хочу. Да. И все. То есть перевести совсем в другую сторону. Мы вот с Ангелиной как-то, она пела песню, тоже не забуду, что мы с ней как перевели. Тоже, сколько это тогда было? Ну, 12, наверное, когда да она... Да ты что, ей сейчас 13? Да? Она ну, это... 9, значит, было. И 9 было? Я что-то думала, взрослая такая. Mm-hmm. Да? Ей только 13. Ну, извините. Ей только 13. Состарила девчонку. Вот. То есть, ну, представляете, в 9 лет там, например, да, поет вот эту американскую песню про разбитую любовь, что она там все, там сердце порвано, там, да, вот, ну... А голос там можно показать. Ну, она, то есть, поет, вокализирует. Я говорю, а теперь давай мы споем, что, ну, куда хочешь. Она говорит, Диснейленд хочу. Я говорю, ну, тебе, говорят, родители нет, не поедешь. Вот про это пой. И угу. все. Угу. Первые места занимает там. Да. То есть, вообще можно же переводить совсем в другую сторону. Нужное русло. Особенно, когда ты на английском поешь, ну, на иностранном языке. Когда, ну, например, в России, там, да, там, жюри, например, не знают там языка, а ты берешь там, ну, если, например, даже знают там эту песню про что там, а ты берешь, поешь про тот же Диснейленд или про мороженое, и тебя заставляют брокколи есть, а вот нет, я сейчас вот это собачья поющая. Влад новую песню написал. Что-то, говорит, хочу, чтобы вы послушали. Послушайте. Да. Ладно, вот беременный Влад из Москвы был. Ну, он пишет попсовые песни, которые сразу...
Прям как из Иванушки, рыжий. А сейчас еще мода, да, не ушла в 80-х, да? Ага, что-то похоже. Ну, вернее. Мама! И вот как в 80-х вот это, да? Тело. Сразу ложится, да? Ну, попса все-таки. Вот если кто-то нравится вот такой стиль, Влада, пишу, он тебе минусовки будет давать, учи. Пойте его песни. У него их много. Это он сверху поет или девушка? Девушка. Или он? По октаву девушка. Или он? Нет, 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 девушка. А, это как у Билана, белые розы, да? Там, да, она что-то такое, да, такая? А вы знаете, что вы первые слушаете? Еще никто не слышал. Нас... Напишите, что нас завела эта станция. Устроили дискотеку. Меня никто там. Меня никто так не любит. И там есть. Меня никто так не любит. У вас, допустим, не поющий ребенок, вы ему даете основную партию. Петь не надо. Ты говоришь, меня никто так не любит. Меня никто так не любит. Не надо петь. Говори. Никто так. Никто так. Вот. Иванушки, пришло. Завелись? Дискотека. Влад, спасибо. Ну, видишь, как сразу. И сейчас будете ехать, и меня никто да, так... кстати. Все, меня никто так не любит. Вот она попса, да, она сразу в голову все, стреляет все. И засаживается. Все. А главное... И я эти... целую твои губы. Битлз же тоже попса. Да. Сразу вкусная попса. Ну, вкусная. По крайней мере... Ну, в смысле, вот по всей, если судить, современной. Тамошняя. Да, да, и да. Я больше музыки слушаю вот тех годов. Фредди Мэр, ой, этот Квин. Битлз, Дип Пепл, Скорпионс. Да, да, да. Хотя нет, есть вот, кстати, Энтер шикарный. Обожаю эту группу. Да? Да. Была в ней на концерте. Да что ты? Да. Вот. Но они классные. У них какой-то, знаете... Ну, это рок-группа. Ну, у них какой-то нео... Симбиоз какой-то. Они какой-то... подсмешали. Да, у них, знаете, у них разные. У них нет. Да-да-да-да, не такое вот. Да, вот. Например, если... Сейчас... Еще же есть время? Я просто покажу. У них абсолютно разные. Они поют, знаете, ну, пишут сами. Уже больше 20 лет, по-моему, и... не менялся состав, а, вот как собрались там, знаете, вот это гаражные группы, которые вот, как соседи там, да, вот делают, и все они вот так вот по молодости собрались, все вот это вот пишут, а, ну, не боятся там на какие-то темы, там, политические, например, там, как пропевать, высмеивать, это, ну, не боятся это, просто... С флагом. Да. И вперед. Вот сейчас просто разную.
Давай. Тарик, ну, когда нужно в колледж приехать? Когда хочешь. Вторник, пятница. Специальность. А в среду какие-нибудь уроки есть? Актерская. А за скольки? С 16. Надо на прерыв. Хорошо. Сейчас включу. Это будет жестко. Вторник, да. А вторник до скольки? Ой, там непредсказуемо. Там может быть и... Вообще у нас до 7 колледж, а сейчас выкидывают. Вот, например. Такая есть у них. Жестко. Так они... Так они кусят под арчленами. Нет, никуда не кусят. Ну так же точно палит Алиса. Да, а это так много, как будто есть арчлены. Да вообще, как будто ты арчлены включилась. Да нет, нет, нет. Например, вот. Но есть проблема такая вот. Ну, не порт в момент. Это паника за диском. А что за диском? Нет, в гармонии, что это? Ну такая, она так идет, как диссонансная, что... сейчас, как же... А, ничего не правда, что все возможно, ну, такая вот песня просто, что ничего... И так тоже можно. Что это... И так ничего сойдет. Нормально. Нет все. Правды, типа, все возможно. Ну, ага. Что? А в конце, смотрите, вообще как... Нет, не здесь. Саксофоны там пойдут. Там вообще там... какофония такая. И ты балдеешь. Да, мне нравится. Очень. Ты от какофонии балдеешь? Да нет, сейчас включу другое. А мозг как? Считывает эту какофонию? Да. Нормально да, очень даже как... Иногда надо послушать какофонию. Ну, иногда не очень считывает, не тяжко. Моему мозгу тяжковато. Наградать. Тоже они. Без какофонии. Кстати, все поющие, все четверо. Ну, один вопрос, конечно, основной есть. Там дальше есть еще да. Развитие? Ну, начало такое. И уснула. Не, ну в самолете в победе или только. Вы меня простите. Главное, чтобы гул мотора не перестал. Чтобы уснуть. Ну вот такая вот нежная. То есть у них разный размер. Какофония, не какофония, там жестко, нежно. Дергать, торкать, меня должно все вообще. Я же не говорю, что нет, вот, то, нет. Что мне нравится, вас должно. Нет, ну вас, видишь, вас это вот возбуждает, у вас это все как бы. Самое главное, знаете, что мне нравится? Они не просто, вот, как многие есть, поназапишут там партии, напридумывают, да, вот голоса поназапишут, ну, альбом запишут, а потом вживую никто ничего не может спеть. Да, потому что вот, все шоу-бизнес. Вот этот, эта группа, их тюнят там везде. Эта группа, они вообще в живягу. Они, живягу, молодцы. Они так нет, причем танцуют вот этот. Это хорошо, живяга это хорошо. Классно. Знаешь, сейчас какая мысль пришла, да. Что вот у каждого стиля, у каждого певца, у каждой песни, даже если она самая, ну, никакая, все равно есть свой зритель и так далее, и так далее, свой любитель. А мысль пришла какая вот в отношении того, что, ну, шерсть дыбом вот у нас встает, и сразу мурашки по коже. Как бы есть музыка,
такая определенная, допустим, музыка и песни, которые всех ставят вот. Ну да. Понимаете? Согласна, да. Вот, вот и это я называю музыкой. Музыкой. Понимаете, да? Вот эта музыка. Когда ты, тебе нравится этот стиль, тебе, ты, тебе нравится, у тебя есть, допустим, какие-то там вот, ну, ты любишь там какие-то. Но ты не можешь мимо этой музыки. Она тебя все равно тю. Это у меня, музыка, кстати, это музыка. Нет, хочу сказать, знаете еще, что у меня такого нету, вот как будто определенно, который всегда вот мурашки там встают. Это скорее зависит от ситуации, но и от ситуации, от места, от времени бывает еще. В какое время, какое ты испытываешь на данный момент, ну, да, свое, да, состояние, а вот, вот, свою атмосферу всегда внутри. Я хотя есть песни. И иногда через музыку ты получаешь ответ, допустим, на свои вопросы. Она тебя... Баллада о матери. Вот, от нее мне всегда. Ну, потому что я ее как-то, знаете, даже когда слушаю, все, кто ее проживает. Практически все, кто ее слушают, понимаешь, поколения, разные поколения, она... Вот она, понимаешь, вот написано. Текст, музыка, отдача, понимаешь. Вот, и она не может... Она прям история же, прям баллада. Не... Да, и она не может не тронуть. Ну. Она не может. Ну, только безэмоционального. Ну, если, ну, а зачем? Не берите, не пойте. Куда вы? Не надо брать то, что ты не справишься. Технически ты 100 раз справишься и переплюнешь, может быть, каких-то там певцов. Ну и что? Мне надо, что. Да, я вот, было, Юля, ну, ну и что, вот, например, ты вот можешь, да, вот этот мелизм, там, хей, там, спеть, да, вот этот ход-то. Говорю, ну, я не могу, ну, у меня через раз тут получается, ну, как бы, ну, я не стремлюсь, там, его везде вставлять, там, и тебе не советую. А прикинь, ты сделаешь ровный звук, а вот здесь неровный, там, ну, в смысле, тут вибратором или мелизм дашь, и он такой, ну, да, надо не везде, ну, то есть... Она соглашается с тобой. Ну, да, разговариваем там. Не только, да, не только мы с ней там долбим технически, все-таки больше тоже на эмоциях. Я так подсела где-то с полугода назад на сербского певца Адил Максутович. Просто тембр услышал, в общем, где-то радио, телеканал «Шансон». Думаю, кто там красиво поет, давай быстро Шазам, такая, так, запомнила. Но он теноровый, но тембр, я такая, ой. Ну вот видите. И вот там симбиоз джазовой гармонии, их народные, там так это. Красиво. Трогает, вот, действительно, включаешь, слушаешь, и как бы уходят какие-то проблемы там, ты думаешь, какая ерунда, музыка. Так что у нас с вами день музыки настоящий, сплошная музыка. Все, девчонки, давайте, по коням, по коням! Марина, дорогая, еще раз тебе огромное спасибо. Не ты, мы бы не собрались. Это точно. Это точно. Мы бы, конечно, нет, я-то их всегда жду. Это вы с собой заберете свои вкусности. Я-то их всегда жду, но им же все время... Когда я сказала, что Марина из Нижнего... Ой, да нет. Ну что? Ну, а как? Нет, если бы вы просто, даже без Марины... Просто сказала, приходите. Срочно, надо. Ну надо, ну, чтобы ладно. Вы были. Но все равно бы были. Да. Ну ладно, мои девочки. Они бы были. Все, я не права. Марина, спасибо, что ты нас собрала. Пока. Еще раз. Марина, пока. Всем спасибо, что были с нами.